В Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел Руслана Казакбаева с государственным министром иностранных дел государства Катар Султаном бин Саад аль-Мурайхи. Стороны обсудили весь спектр актуальных вопросов сотрудничества, в том числе организацию взаимных визитов на высшем и высоком уровнях, углубление договорно-правовой базы, расширение торгово-экономического взаимодействия. Руслан Казакбаев подчеркнул важность организации взаимных визитов на высшем уровне, о чем стороны договорились в ходе телефонного разговора между президентом Садыром Чапаровым и эмиром Катара Тамим бин Хаммад бин Халифа аль-Тани в мае. Стороны договорились о реализации ряда перспективных совместных проектов, включая открытие прямого авиасообщения, инвестпроекта и строительство социальных объектов в Кыргызстане. Отдельно были обсуждены вопросы региональной безопасности и выработки взаимных подходов по ситуации в Афганистане.